скажи, а стоит ли платить за продвижение стоматологии в интернете или все-таки можно сделать самому качественно? Можно сделать самому, если вы готовы потратить очень много своего времени, чтобы это все изучить, сил и очень много средств для того, чтобы что-то не получилось, чтобы чему-то поучиться. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовую модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку в 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Потому что первые разы всегда люди делают ошибки, они сливают бюджеты, иногда цена ошибки может быть высокой. Поэтому я рекомендую всегда обратиться к профессионалу. Если вас интересует конкретный инструмент, можно к узкому специалисту, там контекстной рекламы, как к контекстной рекламе обратиться. Поэтому лучше обращайтесь к профессионалам, это сэкономит вам деньги, время, а самое главное — нервы. Так, ты еще не подписался? Я тебя очень прошу. Подпишись прямо сейчас, поставь коммент, колокольчик, лайк и так далее.